Вмешательство в судебные процессы недопустимо. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя действия ряда евродепутатов, которые призвали главу европейской дипломатии Могерини ввести санкции в отношении президента России в связи с делом Савченко. Но украинскую летчицу, которую обвиняют в причастности к убийству наших коллег, журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина, сегодня вновь доставили в суд Донецка Ростовской области, где дали последнее слово. Приговор, как ожидается, гласят 21-22 марта. Репортаж Вероники. Для участия в процессе подсудимую Надежду Савченко доставили из Новочеркасского СИЗО в Донецкий городской суд, как обычно, при повышенных мерах безопасности. Повышенным было и внимание прессы. Сама же Надежда Викторовна была напористой, даже агрессивной, и сразу задала тон своему выступлению. Значит, працюємо в такому режимі. Я говорю, потім перекладач перекладає, не гоняться на листочку. Значит, работаем в таком режиме. Я говорю, потом переводчик переводит, у него все есть на листочке. Говорила по-украински, не стесняясь в выражениях и жестах. Однажды даже вскочила на скамью подсудимых. Неприличные слова и выражения суд попросил не переводить. Основную часть последнего слова Савченко, видимо, подготовила заранее. И переводчик зачитал ее суду. Я слышала о довольно неплохих способностях Петра Алексеевича Порошенко в дипломатии. Ведь он обещал моей маме, что я еще на майские праздники 2015 года буду дома. И пока за меня будут торговаться, жизнь меня будет покидать. И Россия меня все равно вернет в Украину, живой или мертвой. Но вернет. Торговаться. Вот то слово, которым можно описать линию подсудимой и ее защиты в финале процесса. Придать политический характер уголовному делу. Звать на помощь мировое сообщество в ответ на данные экспертиз и показания свидетелей. Я абсолютно убежден, что независимо от того, что вы решите и какой у вас будет в приговоре указан срок, в течение этого года и, скорее всего, в течение ближайших месяцев нам удастся при поддержке, не будем говорить кого, дружественных нам и Украине организаций и государств добиться политического решения освобождения Надежды Савченко. Когда адвокат Новиков сменил элегантную бабочку на вышиванку, журналисты даже начали уточнять, какое у него гражданство. Отстаивая тезис о невиновности своей подзащитной, адвокаты старались и заслужили ее похвалу. Моя команда адвокатов просто чудово. В России наикраща. Фейгин, Полозов, Новиков. Это, по-перше, специалисты. Савченко по-прежнему не признает вины, а ведь поначалу бравировала, да, убивала людей. В батальон «Айдар», получивший широкую известность в связи с военными преступлениями, совершенными в Луганской области, вступила добровольно. Там военнослужащая с позывным «Пуля» ходила в разведку, занималась обучением новобранцев, охотно рассказывала о своих подвигах. Убивала ли я? Ну да, я убивала. Ну да, скажу честно, как бы я шла и смотрела, где подбиты БТРы. И понятное дело, что если это уже война, то я говорила правее и левее. Да, это работа наводчика. Прокуроры отнесли к отягчающим обстоятельствам особо активную роль подсудимой в совершении преступлений. Именно она, по их мнению, осуществляла разведку местности, тщательно выбирала подходящее место для наблюдения, осуществляла ведение и корректирование огня. Речь идет об убийстве наших коллег Игоря Корнелюка и Антона Волошина, а также в покушении на убийство оператора Виктора Денисова. В тот момент, когда ребята снимали репортаж об эвакуации мирных жителей из поселка Металлист, начался артиллерийский обстрел, который, по мнению следствия и обвинение с этим согласилось, корректировала подсудимая, за что прокуроры попросили назначить меру наказания 23 года лишения свободы в колонии общего режима. Приговор Надежды Савченко будет оглашен 21 марта. Его вынесет коллегия судей Донецкого городского суда. Они и вели весь процесс. Двое из них специализируются на уголовных делах. Сейчас суд удалился в совещательную комнату. Вероника Богман, Антон Кичиджиян, Владимир Шумаков, Анатолий Нефедов. Вести, Ростовская область.